я не могу атаковать эту цель. И вы думаете, самодовольный жалкая магия мясо будет удерживать меня вечно? Пределье будет моим! Что они? Эх, ласковый. Как хочешь. Если никто не захочет пойти, я пойду. Thank you.
Вот, а в геле то же, что и в обычке на кубах? Это Лемон говорит, я хуй его знаю, что в геле. Так-то я могу поставить. Четыре, если два ДК, блядь, и два палом, либо хотя бы вар, чтобы ли масса гром. Давай, вонзай. Я фурик толстый. Эти ШВшка есть. По рыбе. Освободите меня, и запределье будет мою вам легкую Первый напал в босса в кого? В Двенасмерть или в Винар? Ага.
Сколько там? 10 секунд. Печеньку, ромбик, пожалуйста, хильте, когда будут кубы. 2 секунды. Бесы. Уже их выведет. Пять секунд. Ну. Под боссом. Так нет, ты приводи, я тебе прям под боссом туди. Это не гитарист. Быстрее босса к воротам. Алло. Дали пружину сейчас.
как бы да. Так кто же живой остался, интересно? Как говорят, с иллюжным седауном, да? Я так и понял. Танк. Там три лужи было в одной. Чё, ты про это хотел спросить? Нет, не заметил. Он рандомно кидает, по идее. Он просто рандомно кидает лужу. Ну, если он кидает на кубы, при том, что на кубах никого не было, то конечно, что он рандомно кидает. Это не раз я видел, да. Я не знаю, возможно, он цель какую-то выбирает. Но это вряд ли. Ебать, насколько слабый Шэм. Кстати, у мастера на 1к ДПС больше. Не больше. У него вреда 300 больше. Ну, что мне показывает на 1к у тебя больше. Норавия. А, да. На Максиридоне у него больше, мне заявили. Все, я тут. Я не была рыба. Это не он был, это наш говорит. Я просто отходил. Будет рыба. Ну стали нахуй все с рыбы. Если не вижу рыбу, что все ГП получат. Так друид офнулся, можно заменить. Можно кикать мне просто. Теди Киллос. Так, кто это спулил? Мы бьем, не бьем. Ни лока нет, не засунем. Воротам подойдите. Так, кто увидел, кто спулил? Если никто сейчас не признается, даю всему рейду ГП. Так у нас пуги пройдет. А мне посмотри. Ну так пугом дала. Пугов можно просто кипить. Со всех пугов, кто там был внутри, только ДК и декана. Во. Thank you.
А меня резнут? Как ты думаешь? Ты нас на убой кормишь? Слушай, когда ты был Хэмби шаманом? Кстати, была я. О, у меня ДБМ бомбанулся. У меня, кстати, тоже. Не показывай таймера. А у тебя таймер есть? Везет тебе. Я не кикал. Говорит на Раве, что иначе шалит. Он за эйфорик? Да. Этого шамана, он не хилит, а покажет в луже. Да, еду киля. Просто на трэш он тоже не хилил, стоял. Ну, походу, опять срочно пеленку. Забыл сет поменять. Гитарист. Лужа станет. Живание лук. Ну,
Ванзай сдох. Не-не-не-не, все, все нормально. Кубы. Потому что никто их не бьет. СРДД. Ой-ой-ой, не то пряга. Стрим чулись на таунду была. Там босс еще 10%. Да ёбаный пиздец. Никто не играет по этим, по мобам. Нажали, нажали. Прожали. Опять гитарист. Да. Минус танк. Собери от него гитариста или резон. Ромбик умер. Я около ромба нажму. Ромбик прошу. КБ. Нажал, даже был луч. Да я поймал ромбик забил. Не будет поэтому. Когда лучи пропадают, просто минус дамаг улетает. Они не убьют.
Это три гитариста подряд. Войт, я, конечно, ничего не хочу сказать, но... Шаман... Шаман, что с тобой не так? Ну, серьезно, шаман 5-600 дамажит? Какая разница, кто как дамажит? Ну, он вообще первую фазу в луже ставил, я в него оверхил давал. Даже, блядь, атаки не удастся. Он подходит к рейду, просто он АФКшит постоянно. АФКшит, пускай дальше АФКшит. Так он даже не из гильдии, блядь. Ну да. Эру, ты думаешь, во мне проблема? Если я зайду на друида, все будет замечательно? По гитаристам желательно. У нас не забывайте, что ДДшников мало. Да. А ничего, что я напишу? Он бил его вообще. 400к, 500к, босс 800. Всего ДПС, но это нормально. Бежите по рейду, да я здесь. Я отошел туда. И все-таки у нас локов не хватает. Зашел. Я про все в курсе. Просто у меня с интернетом была проблемка, отвалил.
Да он уже так долетел, он по карте. Думаете, что ваша жалкая магия пейте мою кровь навечно? И захлебнитесь ею! Слишком далеко. Неподходящая цель. Чушам так мало дамажит. Потому что 0.5%, блин. 0.5%. Конечно. Скажи, что ошибся, я того перса сделал. Там у тебя не сам шейм дамажит, а сила, которую он дает.
Сколько там? 5 секунд. Жарада, ну... Сколько там до каста? 5 секунд. Ванзай, захиливайте, пожалуйста, а то там пламя. Леса. Уже столько надо. Стоп, баф. Танки побежали в центр. 2 танка на. Лужу мините. Лужу отлетишь, ДК. Истерию микстурками. У меня одну туда выйдет. Нет, ДК пук. Там. Лейман. Собак. В смысле, я ему надаю истерию, алло. ДК откатилась? ДК там. Фух. Как ты? А, ты мне дал прям в этот. А если есть на мне моя пружинка, то она не вешается. Просто. Я тебе больше скажу, она и твою снимет. Нет. Да. Нет, тут не снимает. Не снимает, я тестил. Не знаю, где тут когда-то тестил, он сейчас не снимает.
понимаешь, он тестил. То, что я сейчас на тебя кидал, не сработало, не сделать. Он тестил. У тебя дамаг прекращается бонусом. Она висит, но ты не дамажишь на 20%. Не передамажил, блядь. У тебя так и кнопка 10% не появилась, да? А ну дашь мне лукера, я посмотрю, пошли у меня вообще аддон после этого. Ну, на следующем бросе. Это что-то последний пока у меня. А чё, посох на распыл сразу? Нет. У нас куки уровень. А, я чё, вам всем дал? Не, Войт, у тебя, походу, неправильно. Войт, накручивай, короче. Люди не могут ошибаться. Чё, цифра там себе подписал маленько. Я тебе расскажу, Войт, почему у тебя там больше. Ты на трэше просто, вместе с трэшем. Я тебе просто скажу, это с трэшем вместе. Ну ты смотри, у тебя 9 лямов 166. А 91 лям, что ли? Погоди, да. 91 лям. А, не, погоди. 74 лям. 74, не туда смотрю, сори. 7 лямов, 4. Да, 7 лямов. Вада, что я вам письками меряюсь, блядь. Зачем еще варом играть? Че меряется? Я просто, блядь, вся ГП. Эхослужители Земли, я не знаю, это ли Т4. У него 30 волны исцеления, алло. А, не, нихера, 6. Я не то посмотрел. Нет, быстрее, это не тикет. Она тикает, но это не то. Два Т4, 2 Т10 у него вроде, я смотрю. Делай, не делай, я еще до сих пор, блять, сюда не могу нафармить, нахуй, на шаму. Не знаю, Наталья мне помогло быть вторым по хилу. 245-м, блядь. Он полезен, если кто-то в кучке стоит, вот в миллизоне. Ребята, да. Нету смысла, блядь, говорить о чем-то, что не полезно, если у тебя руки кривые, тебе, блядь, ничто не поможет.
от нажатия. От нажатия. На цепнухи критов активирует. Войд, она активируется правой клавишей мыши. Я могу ошибаться, но если есть этот шаман второй в рейде, то хилу вообще надо еще тотем ставить на исцеление, а у него, по-моему, его нету в рекаун. Тотем шамана фиксили? Следующий собью. Бегают собаки туда-сюда. Ага, убивает собаки туда-сюда. Да что ж такое, куда вы его потащили? Я в Долорана его повел. О, Турбо, привет. Ты тоже умер? Нет, я успел выбежать из инста, на меня накинули щит с ускорением. Да, так, наверняка. Рейте БДК ДД. У нас есть рейте БДК ДД, почему на мобах теневая рана висит, алло. Алло. Она о том, что у нас есть в рейте. Да, типа, я вижу теневую рану на мобах. Теневая рана не от него. Я от него, блядь, стоп. 4 ДДшная, блядь. А, их БДК ДД только носит. Я Вармса спек ночь, наверное. В каком ДПС нормально у того и спека, если стали рыба. Но тут соло таргетное. Шэдоу танка. Дай фласк. Я на черепе. Прохилят они тут вчетвером. Куски. Ну да. Я их спрашиваю. Какого хуя у нас, блядь, вот такая вот хуйня? Шанс, блядь, раскинь.
У нас есть ВДК добрая идея, он нашла. Ура, я его нашел раньше. Его раньше. В смысле? Чего? Длинную смерть хочет крест. Квадратный там. Каски без табак. Ба, я тут нахуй опять ДДшником иду. Где такое виданное видео? Слышь, Норавия говорит, что у него нет рейдфреймов. А почему у тебя нет рейдфреймов? Я не знаю. Норавия. И будет дисплей только пятую пати. Норавия, смотри. А чё череп там стоит, я не понял. Да, да пусть стоит. Квадрат. Да-да-да. Сальво по мастера. А можно косты сбивать попадать? На хил, который ты стоишь. Его можно встанить. Не, эти косты не сбивать, только на хил. Как агро, блять, как? Он же просил сальву, ему не дали, походу. Да, похуй. Чё? Я возле квадрата. Глаз, печеньку. Встал. Печеньку, говорит, это легче. Слепоглаза. Милики не играем. Не, ну там может какой-то Робин накас... А, не, он не даст, сильно. Хил. Он хил, он в форме хил, мне кажется. А черепа может играть это? Либо, чтобы борсты не понять. Мощь!
каску поваром. Сальва по дикости. Для погоды. А, ладно, я его бить не буду, как калибусы под топы. А это что-то в последнее время всегда. Ну, в гильдии так. Тут 0,4% скинсмировано. Могу поспорить, сейчас будет крестно. Да? Нет, не надо там его бить. Сдохнем. А тебе что сказали? Сказали рейндж взять. Значит, что правильно не бить? Вообще съедать можешь. Главное. Дим на ману. Крест. А, череп. Фу, блядь, какой череп на? Крест. Да не паникуй, нахуй, если ты забываешь. На трубой сижу. Да это живая бомба. Нет. А, уже пропал. Так, кого-то. Куча это же. А, копия. Да это копия таких. Что-то везем. Промах. Извините, кто-нибудь промах. Промах был, извините. Не противает, я... если там мили. Готовимся, что смена будет. Череп. Тебе на будущее свет на свет и бабу смотрю. Если секунд. Тютелька в тютельку, 2 секунды. Нихуя себе, 17 кдпс. Лучше не вот почему нельзя бить. Как у него щит, посмотри, ёбаный. Не, меня вообще такой огненной глыбой он наебал, не щитом. Когда бьёшь, он щитом бьёт.
Щитом-то он бьет, но не на 30к, блядь, щитом. Я так думаю, блядь, он вроде наносит урон от автоатак, блядь, но не по 30к, но... Да, он давно уже был, блядь, активирован. Я только в него подбежал, дал рывок, нахуй, он меня тычку въебало, блядь, на ног. Вон Сейцет Бул, нахуй, так же умер, блядь. Но басы. Заодно проверим. Иглера. У Мосса и у Джерада есть бары. А зачем? Это я к боссу подошел, что-то, блядь. Я даже не понял, что случилось. Опять огненная глыба. Под 2к. Хили вот столько, сколько наносит. Чё 2к бегает? Ну да, может. По 2 косаря, воздух. Ты за каждого милика, который держит. Ну мы всегда били, короче, вообще полно. Повезло, нету мне. Вообще всех. Мне интересно, как он один будет. На этом больше посмотрим. Ну, десятку дал на этом, блядь. На магике. Ну, с того, что я видел, его шмоти нормально записывают. Алису убили. Сову перехвалили, он наш вофнулся. Череп. А кто сову кикнул? Заваливаюсь. С автоматом происходит. Вот он в рейде уже бегает, а его кикают. Никто его не кикал. По крайней мере, я не кикал. А Войт не знаю. Череп сыграли. Ой, ты его кикнул.
на раве. Стены какие-то у нас. Череп. Знаешь, что у него? Ну, а вы говорили то, что у БДК донатор решил плохой ДПС. Да. Ого, 7000. Кто говорил? Не знаю, вы что и до... Алиса, никого не слушай, никому не верь. Твоя игра, твои правила. Не знаю, я такого никогда не говорил, где-то это услышал, и у кого мне похуй, типа, ну, блядь, слушай подальше, нахуй, у кого умнее, нахуй. Череп играет. Например, Frost и АДК тот же даст больше ДПС на трэш. Если судить по Аниксе в Логане, либо по РСке в храме на трэш. В них всегда дайте... после трэша там вообще последняя по ДПС. Дайте Вару 4 цели, и он будет топ. Дадите больше, будет паладин. Дадите еще больше, будут там какие-нибудь. Неправда. Чтобы паладин был в топе по трэшу, надо максимум 3 цели. Паладин опорный. Если больше, там уже ДПС разлетается. Но после груля мне придется отойти минут. Вот одну цель не согласен. Пускай. Соло цель топ ДПС от Армис Вар, ребят, даже вот без заговорочек. И чё ты файеров забыл? Хантов. Ну, блин, найдешь мне ханта или файера, которого в соло тарге 25 выход давали? Тогда поговорим. На циркуле давали? На циркуле? Да. Блин, я не знаю, да. Я ради этого... 4-3, зависит от факта. От того, какое время. Там вроде после 5-6 уже нету этого горна. Ну, горн точно не появляется. Алиса, хил. А я в армсе. Не сабе. Что-то ты можешь сбить. Я уже в тебе поиграю, неплохо. Блять, когда это пыльно? Что гав? Виктор, еще твой кав? Блять, еще раз спина болела, сегодня рука болит. Давай. Так, следующий кав мой. Кто, блядь? Следующий звонит. Это что, и 13к на трэше даю без этого? Без баф? Просто ты слишком охуенный для трэш. Этой хуйни пиздить не надо. Поставите джив, сдадите фулл ребаф. Ставлю рыбу. Масса джипса поставь.
если еще не поставим. Турбойс на 2 минуты. Можно ребаф по ДК. Дверь открывай. Алису... Нет, давай микстурку Алису на босса, а он остальных танков на этих. Пристабаф. Стал ему крест, он всегда там любит, но потанчит. МТ Алиса именно. Войд, не забывай, что там пятые либо шестые руки, и уже там появляется кузня. С правой стороны. Руки, да? Гира. Где ты как точно там что вообще босса? Уебанский стандарт. Уже сейчас будет. Ой, я мудак нахуй. Шмот не поменял. Там под боссом закрыл. Ой. Да. Мосс отсай. Да, спасибо. Все бот показывает, кто рисует.
Пизда, первый раз на этом бойсе. В ДД нахуй, и то, блин, сменил, шмот забыл. А толку мне с этого? Я циферки хочу. Турбо никогда не перед ДПС. Чё-то его перед ДПС, вон, наверное, не надо. Да? Гей. Без демона, без совы? Ну да. Турбо просто добрый, дает тебе мастер порадовать. И без демона! Нет, на мне 3 стака просто. Я бы шотнуло. Да. Вон череп, череп. Так 4 мана, добьем. Да добей, добивает. Так, тут мы побежали, закрыли ручки. Че, хилоси сдохли, что ли? Нет, это не кубы, но пух. Двое дальше. Руки. Есть. Под боссом. А, руки. Ну, руки щелкнули. Так ты уже брать? Ой, тут у тебя всегда стакан наполовину пух. Убили же, убили, все, заебись. У меня уже достаточно. Дайте ДПС-очку, пожалуйста. Тринадцатка ДПС, Ванзи. Хреново. Хреново. Ну то, что эти 45-е, наверное, из-за этого. Кто 45-й? Т-4. Ну ты можешь взять вместо знака к зеркальцу. Я волю возьму. Перчатки и пояс выкинь нахуй. Либо купи перчатки за Оля. Тебе на Агилу нельзя шмотки таскать. В Армсе нельзя. Ну да, в Армсе. А ты сейчас в ком, блядь? В Армсе. Зеленый баба хочет за 10% палец. Палец. Ого, а это шо? За ГП? Да, крут вещь мод за ГП. Нифига себе, тогда он не нужен. За такой. Я думал, с пухами идем так ролим. Нет, ЕП получаете, значит, ГП за что тоже. Да нифига себе, да нет, тогда не надо. И максимум я его, блин, за... Нет, ну дай мне пушку, которая палец боевая за 10%. А её что, по гине забрали, ну? Дякую. Опасно, опасно, блядь. Зелёный бабл редкий кос. Максимум это вот за 10% забрать, и все. Как нахуй не нужно. Ты её линковал уже. Наголенник Стёпан. А чё ты шейпер не берёшь их, блядь?
Типа и начистил его случай. Мне 1200, ну. Или ты за кубов имеешь, да? И хилам еще. Я не буду писать Unreal Shops 99. Сейчас, оба. Два сердалика. Зефирит не хочешь, блядь? У меня 4 валяются натком. Так. Фантом Дэнс. Фантом Дэнс. Пук. Ханк. А нахуя ханту для 4 стопы? Он даже не сурф. Это считается как новый спек. Не отдавай ему. Масса. Давай мне одну нахуй, короче. Последнюю заберу, нахуй, и поебай. Моса, говорит, ему надо. Если моса выше, да? Делаем, он тоже хочет. Леймен ППР не тащит. У, Войт сотка. Пидер, Войт сотка. А ЦЛК пересбор будет или сюда будешь забирать? Ладно, я отошел на 20 минут, может больше. Кубов 5, а плюсов 6. 5. А остальным хилом будет? Ты мне дал за кубы или за хил? Бонус. А во сколько ЦЛК? По сути, полчаса назад.